Итак, это я делал. Вижу чувство радости наших. Питер! На пьедестал почета в классе модели копий F4C 2011 года. Третье место. Ланцов Алексей. Самый громкий самолет. Второе место. Финский Александр. Новосибирск. И первое место. Павленко Александр. Новосибирск. Чуть-чуть его не было. По две медали. Отправкова. А поцеловать. Медаль отвалилась. Тяжелая медаль чемпиона. Сосули самолетами сбивать. Нет, скоро она к вам приедет. Свет. Туда еду. Ура, чемпиону! Победа, ты все-таки победа. Кубчиком мне две кормили. А это не самое. Нам не дали, представляете? Нет, это не карабин. Он уже в Дорогие друзья, прошу прощения. Внимание, Питер. Маленькая тут расставная. За третье место грамоту я, Вален. Вален, это Михаил. Миша, твоя грамота. Твоя же грамота, Миша. Легкий на правду. Ну, спасибо. Дмитрий. Нет, Сережа, выйди, пожалуйста, не хотел остаться, еще раз пожать твою руку. Давай, Сережа. Нет, вы же не будете.
Я, когда меня вызовут, я пойду со своего будни, я пойду летать. Нет, они прокатят. Я же в СМИ прокачу. Дорогие друзья, завязываем. Слово представляться. Лапшо Павлович. Внимание, внимание. Еще не все закончено. Александр, пожалуйста, будьте добры, вернитесь в строй. Два слова по поводу командного зачета на эти соревнования. Чтобы вы понимали, командный зачет начинается не с толпы, которая приехала на соревнования из какого-то региона, а с подачи командной заявки, официальной формы. Так вот, на этих соревнованиях у нас одна единственная команда. Это команда Новосибирска в составе из трех человек. Так что прошу их любить и жаловать. Но, к сожалению, одна команда, она не может сама с собой соревноваться. И было принято решение все классы, так скажем, учитывать в равной мере, поскольку команды некоторые больше, некоторые меньше. В общем, брались двое лучших результатов и дальше смотрелись, если есть третий, если равенство было. По местам, не по очкам, потому что в такой случае просто пока методики нет, как считать вот между классами, потому что в F4C официальные командные есть. Вот. Призыв к вам на следующий год такой. Все-таки, если вы собираетесь ехать командой, заявляйте как команда. И мы будем уже корректно определять места. Сейчас это, можно сказать, это вольность организатора. Все-таки проанализировали и вынуждены по нашему мнению команды, которые показали лучшие результаты, именно лучший бой пил. Сейчас Андрей огласит всех победителей команды. И сразу скажу два слова по поводу формальных моментов еще. К сожалению, еще не подготовлены были протоколы, не смогли вам отдать, как собирались, подписанные главным судьей и секретарем. Вы все их можете получить после закрытия у секретарей. Также, если кому-то все-таки это интересно, я вам очень рекомендую взять свои полетные и стендовые все-таки листы, проанализировать их. И кому особенно это интересно, тоже очень рекомендую поймать кого-нибудь из вот этих вот господ, пока они еще не разбежались, задать все интересующие вас вопросы по поводу ваших полетов, по поводу ваших оценок, по поводу ваших моделей. Вот, в общем-то, все формальные вопросы. Спасибо, Павел. Что-то там произошло. Для награждения за третье место приглашается команда Архангельска. Пощелкай меня, пожалуйста. Я не могу в два автоаппарата щелкать. Ты как? Второе место. Команда города Новосибирска. Дорогие друзья, на награждение первого места команды приглашается команда города Санкт-Петербурга. Выходите, выходите, Сережа, выходи, пожалуйста. Санкт-Петербург, это же такое лицо, как же. Ваш кубок!
это на память! Вот кто! Вот кто! Вот кто! Вот кто! Тренер команды! Сюда посмотрите! Спасибо! Наглости. И спрошу, вы не будете против, если я вам предложу провести чемпионат России 2012 года в городе Великолепно? Нет. Надо подумать. Поедем. Поднимите руки. Поднимите руки, если вы сами. Я готов в следующем году провести чемпионат России в городе Великолепно 2012 года.